Привет, Максим, в отражении. Привет, друг, за экраном. Вот, сегодня поговорим обо мне. Дело в том, что я наивный и, в принципе, скучный. Почему я так решил и почему можно так считать? Ну, это смотря как посмотреть. Давай я обосную сам тебе, почему я такой. Смотри, почему я наивный? Потому что каждый раз, встречая новых людей, попадая в новые обстоятельства, я примитивно верю в чудо. Я превентивно верю в искренность этого события, состояния этих людей. И вот, например, в данный момент я попал, это комплекс бани, и, в принципе, я не искал работу, она сама меня нашла. И это, я не знаю, можно ли назвать это работой, Но у меня здесь своя миссия, то есть я здесь, свои смыслы преследую, И, звоню своей женушке, а она такая говорит: да ты всегда в первых этих, когда попадешь, ты, сначала всем нравишься, потом пока они тебя ближе не узнают, такое непонятное было утверждение, такое, что и я такой, социально неприемлемый, да? Правильно же? Она же сказала не про людей, что люди плохие, она сказала про меня, что я такой, вот. А моя задача, я же не нуждаюсь в ее подтверждении, я просто, прорабатываю с ней, я учусь на ней быть психологом, коучем. Трансформатором личности, и я примитивно доверчивый. То есть я всегда верю людям, и попадая в новую ситуацию, я не вспоминаю старое, мне там обманули, никто не обманул. Просто есть опыт, и все, он просто есть, и все. Я даже не помню, о чем я сейчас сказал, в плане того, что я сказал, а конкретные ситуации, где меня кто-то обманул, сейчас там одна мелькнула, то есть, понимаешь, наивно верю в чудеса. То есть я и помру таким, наверное, дураком, понимаешь, что делать. То есть я не уподобаюсь другим, я не смотрю там, то есть если другие будут, я не знаю, что делать. Конечно, это сложно, когда они тебя окружают, но я меняю свое окружение, я нахожу свои вибрации, и каждый раз вижу в людях то, что отзывается во мне. Потом мы, бывает, с ними не сходимся в каком-то моменте, и этот момент может быть роковым, и мы расходимся. Но опыт случается, и я больше узнаю себя. Про бывших это отдельный ролик, я вчера тоже вспомнил эту тему, сейчас запишу следом быстренько. А почему я скучный, примитивный? Да потому что, понимаешь, со мной вот все люди, которые ко мне обращаются, я талдычу одно и то же. Понимаешь? То есть моя жизнь вообще, она однообразная. Она вся заключается в одном и том же смысле, что, ребята, все, что вокруг, это уже сформировано вашим предыдущим внутренним состоянием. Сейчас ваша задача поменять свое состояние, несмотря на окружающую ситуацию. То есть, если не можешь поменять обстоятельства, меняй отношение к ним, и все поменяется. Понимаешь, в чем дело? То есть, я не реагирую, например, что меня там мало смотрят. Там сейчас что-то мало подписчиков. Я дорожу каждым подписчиком. Я благодарю тех, кто подписался, там нажал на колокольчик и проявляет активность. Это просто как интерес, как игра какая-то. Я это делаю для себя. То есть и в этот комплекс бани я попал тоже, деньги там заработать там. Нету такой цели. Есть цель познакомиться с людьми, которые находятся в этих ситуациях, в этих вибрациях. Понимаешь? Цель расширить себя, а не заработать деньги. Какая разница, сколько денег ты заработал? 2022 миллиона, они конечны. То есть миллионер не тот, кто выиграл лотерею и потратил, просадил там, купил себе, неважно что. Это все кончается, он потом продаст это в три раза дешевле, чем купил. А миллионер тот, у кого забери все, он это все заработает. Поэтому я делаю инвестиции в себя. Это видео я снимаю тоже для себя. И вполне вероятно, оно может стрельнуть, и я скажу: да, Максим, понимаешь, в чем дело? Люди. Люди, они кого слушают? Того, кто уже добился, того. Поэтому все и лезут, и выкатывают свои ценности, и показывают. Посмотрите, в Инстаграм, всем кишит там этим на показ. И, все соцсети, в принципе. Все хотят показать крутым, все коучи, все, у всех все удачно, у всех все получается. А по факту это не все пустышки. И эти пустышки смотрят на друг друга, на пустышек, и пустота. И пустота – это прекрасно. На самом деле из пустоты возникло все. То есть, если задуматься, меня примитивно можно меня не понять. Я настолько примитивный, что меня не понимает народ, понимаешь? Я не бегу, никому ничего не доказываю. Я просто для себя живу, и все.
Смотри, стол, он пустой. Если бы я и эта камера могла видеть сквозь молекулы, мы бы видели, как вокруг ядра летает электрон. Или кто там? Ну, кто-то там летает, молекулы, шмекулы. Вот. А там внутри электроны, протоны, то есть еще. Ну как там? Я уже забыл, как даже строение. Да мне потому что ты понимаешь, настолько не важно. Это тебе важно получить высшее образование, чтобы хорошо зарабатывать. Мне это не важно. Я живу по кайфу здесь, в моменте, здесь, сейчас. Ну, вот такой вот парадокс. Такой вот я скучный и такой вот я доверчивый. Вот. Ну, главное, что жизнь прекрасна. Вот, это комплекс бань, нескучный сад. Вот, приезжайте, попарите, если вы хорошо зарабатываете. Если у вас бабок нету, тут ловить вам нечего. Лайк, подписка. Задавай вопросы в комментариях, возможно, я отвечу.